Накануне электронные почты более двух десятков школ Усть-Каменогорска вновь заполнили сообщения с угрозами о заложенных взрывных устройствах. Череда ложных заявлений, которые уже несколько дней подряд поступают с разных IP-адресов, не на шутку встревожила общественность областного центра. Полицейские, проведя проверку, заявили о том, что никаких опасных предметов обнаружено не было. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса. Департамент полиции предупреждает, что за такие правонарушения предусмотрена уголовная ответственность сроком до 5 лет. 14 февраля 2023 года поступила информация о том, что в 23 школах установлены взрывные устройства. Информация не подтвердилась. Все это оказалось ложным сообщением об акте терроризма. Возбуждено уголовное дело по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению всех этих IP-адресов и людей, которые сообщили об этом. Сложности, конечно, имеются, потому что все-таки сейчас век инноваций, люди применяют новейшие технологии, возможности интернет-пространства, а также другие технические возможности. Поэтому есть сложности.